если представить себе, что у нас есть какой-то класс, виртуальный и реальный, там сидят дети разного возраста, мы говорили, что они могут быть и 40, и 50 лет, эти дети, и вы заходите, и тема вот этой сегодняшней встречи – это насилие, агрессия и отношение к нему. О чем бы вы рассказали, вот вы, как бы вы рассказали вот это правильное направление, вот… О чем тогда речь пошла? Здесь, во-первых, я не считаю, что это вот эти классы, это достаточно. Я не представляю, как вы сможете подготовить такое огромное количество преподавателей, воспитателей. Это невозможно. Инструкторов. Здесь необходима работа с людьми, когда ты им раскрываешь на самом деле их природу, их будущее, к чему этот зов в них сейчас возбуждается. Это внутренний зов человека к будущему, но которого он явно перед собой не видит. И вот это вот напряжение, когда он не видит этого будущего, и ему никто об этом не рассказывает, вот это, в принципе, вызывает в нем вот такое напряжение, которое выливается в агрессию. Я не думаю, что это возможно сделать через какие-то кружки домашние или там, типа, как вы говорите, там, собрания какие-то где-то. Я думаю, что это возможно только в наше время с этой огромной проблемой глобальной. Это возможно только в таком же глобальном виде. То есть это через средства массовой информации. Притом это должно быть действительно на это дело поставлены все наши ресурсы. Это и в школе, и дома, и Голливуд всякие наши, естественно, интернет, и печатные издания. Они все должны принимать в этом участие. То есть это должна быть огромная надгосударственная организация, которая будет заниматься действительно преобразованием человечества. Я понимаю, что это может быть еще и выглядит фантастически, но если мы начнем поднимать эту проблему, то я думаю, что она обнаружится явно стоящей перед всеми. Ну, я имею в виду Северная Америка, Европа, с Россией включая. И Южная Америка тоже, насколько я ее знаю неплохо, там эти проблемы ощущаются и осознаются, главное, правильными. То есть правильно. То есть вот эти огромные массы людей, я думаю, что они поймут это новое обращение к ним, они увидят влияние на себе средств массовой информации. Это надо будет преподносить через всевозможные фильмы, там, какие-то художественные произведения, через песни, через выступления важных людей, которые пользуются уважением или там, любовью у широких кругов населения. И через них пропиаривать, что называется, вот эту идею, объяснение, показывать пример и так далее. То есть здесь должна быть очень серьезная работа. Человечество должно ощутить себя перед огромным, большим, единым вызовом природы и понять, что здесь необходимо претворение действительно огромной идеи, великой идеи изменения человека. Для того, чтобы он достиг, раскрыл для себя вот этот новый уровень, которому он сейчас начинает испытывать желание, но сам вот этот уровень, саму вот эту реализацию, и что она ему готовит, он не видит, не понимает, и это создает в нем огромное напряжение. То есть я чувствую в себе какие-то силы, я чувствую в себе какие-то желания, я чувствую какой-то порыв, а к чему, где, куда, я не знаю, вот это, тут я разрываюсь. Я как бы нахожусь таким образом в какой-то камере, хотя я не вижу ее стен, но цель находится вне этих стен, вне этой природы, вне этого мира, на другом уровне. Я к нему, к этому уровню чувствую свое стремление, и поэтому я чувствую себя даже в этом вроде бы огромном мире, как в тюрьме.